Ни оружия, ни броньки, ни аптек. Очень круто. Обследовать место крушения вертолета. Данные. Илья М., главный герой. Друзья, всем добрый вечер. Это новая сюжетная модификация под названием «Радор. Радар. Глухой лес». Вышел вчера от создателя модификации «Блудный сын. Приключения Мерка». Посмотрим, что тут будет. Я думаю, что долго проходить ее не будем, потому что короткометражка заявлена. Посмотрим, что к чему. Слышим мы также новый эмбиент, тут заявлено. Новый сюжет, еще какие-то плюхи. Это круто, но где пушки-то нет? Дед, Хруст, Никос, Александр, Морковка, Саша, Евгений, Олд. Всем, ребят, привет. Алекс, стрим. Всем привет, погнали. Будем смотреть, что к чему. Вертолет, ну упавший вертолет на радаре, узнаем. Эмбиент такой неплохой, слушай, прям вот вообще. Атмосфера тягучая, какая-то заброшенная. Аномалия новая. Лучше сюда, наверное, не заходить. Мне вот интересно, я вообще пройду? Я не помню, дерево было, не, вроде бы не было. Может и было. Я вообще пройду радар, потому что, блин. У меня нет ни хрена. Вот что. Монолита, может, не будет? Ребят, все ссылочки в описании эфира. Описание также. Прочее, прочее. Там может посмотреть скриншоты, сюжетик. Наиболее интересующие вопросы. Дверь заперта. Ага. Слушай, я очень переживаю за то, что будет Радика. А не за то, что что-то... враги какие-то. Привет, Клей. Вон там труп на дереве висит. Жил, привет. Ну, какой труп, да. Тайники не размечены, нет. Я вот уверен, что можно как-то открыть эту дверку. Нож, это, наверное, слишком просто будет. Но давайте проверим. Я что-то подумал так, а что-то ножом не... Понятно, кто тут жил. Уровень сложности проверю, какой у меня. Ветеран. Ну, слушай, контент. Мазафака, привет всем, ребят, привет. Ножом, ножом, да ножом, да. Я подумал, что мало ли какие-то надо ключики искать и прочее. Он вон там бегает. Так, ладно. Аномалии, мои друзья, потому что я уверен, что я не выбегу оттуда. Ну, рашить. Где ты будешь, гадина? Вечер добрый, пока, привет, всем привет, ребят. Топаз, привет. Знаете, чем проще играть с прицелом? То, что ты видишь врага. Прицел меняет цвет как-то. А так ты ни хрена не видишь. Ну, это контент. Я его не вижу тупо. Ваншотик. Ну, не ваншотик, да, булшот. Но все равно. Аптек тут нет, да. Здоровья у меня тоже крайне мало. Че, выбрались. Так, пойду дальше проверять. Это фриплейный мод, ребят. Сюжетный мод. Описание эфира. Переходите по ссылочкам, всегда смотрите. Там это написано. Разработчики в первую очередь, и стримеры, наверное, тоже пишут, что какой-то мод. Водка лежит. Слушайте, ну, гляньте, по наполнению так автор сделал. Раз это короткометражка, может быть... Что-то тут прям продумал новенькое. Эмбин крутой. Вот радует очень. По звуку, ребят, нормально. Панда, привет. Привет, Андрюха, Константин. Всем добрейшего, ребят. Объектов раскидали. Я побегаю, мало ли что найду. Сейчас еще туда в начало. А то глядишь, что-то опять пропустили. Аптеку, кунь, броньку. Радует, что Радики нет вообще. Водка же лежала. Я понимаю, что нужно дальше идти, но, блин, мне нужно хотя бы бинтик какой-то. Потому что не видим врага бить, это занятие очень интересное. Били, ничего страшного. Привет, всем привет, ребят. Ни черта тебе нет. Я читал описание, что какие-то ключики, кодики всякие нужно будет находить. Поэтому, мало ли, в начале обычно, я бы сделал в начале, вот именно. Ты спавнишь игрока где-то чуть подальше, а какой-нибудь ключик, тайник пораньше. И вот тебе такая будет... Фишечка такая прикольная.
Доиграв вчерашний мод, ребят, мы дорогу на север продолжим проходить, но вышла новинка, и они в первую очередь проходятся, потому что, ну, дорога на север вышла давно, проходить мы, конечно же, будем. Сейчас покажу новинку. На втором канале запись тоже будет этого эфира. Я думаю, что все, делать тут нечего. Вот эта водка, которая лежала, немножко меня подкупила и сказала, беги дальше. Буханки нет, в трупе ничего нет. Ничего нет. И родики, походу, тоже не будет. Привет, снова оповещение, ребята. Оповещение, если не приходит, перепроверьте, пожалуйста. Блин, ну это очень приятно, что оповещение, колокольчик кто-то жмет. От души благодарен. Колокольчик перепроверьте. Что это такое было? О-о-о, Паранит, привет! Паранит, добрейшего. И сколько мне ждать, привет? Паранит. Я не поняла. Привет. Паранит, добрейшего. Хорошего вечера, чтобы все было здорово. Отличного воскресенья всем, ребят. Привет, Паранит. Дмитрий, привет. Проверь. На крыше проверь. На крыше мы проверим, конечно же, там, где броник был долговский в оригинале. Я иду, я вижу, что что-то изменили. И это, блин, радует. Это круто. Пойдем проверять в первую очередь. Потому что аптек нет. Ну, вот водка выпала, она, конечно, поможет мне. Там радику, вдруг, если вдруг будет радика, то она мне точно поможет. Холодильник. Я бы мне кормить, дай холодильники проверить. Так, еще одна дверка. Заперто. Ключ нужно искать, наверное, или код какой-то. Давай проверять. Ё-моё, а что-то зловеще так выглядит. Водка еще нашли. Это правильно. Собаки, слышно их. Да побегаем, может, и найдем, что, ключик какой-то. Ага, смотри, что тут, бутылка какая-то лежала. Бутылка, но толку от нее нет. Ключ в банке спрятан, он здесь. Шадоу, привет я. Сейчас найдем. Я вот и ищу, где-то, может, рядышком ключ какой-то будет. Банки, банки, сейчас момент, ребята, души лучшие. Вы уже проходили мод, видимо? Вчера выше вечером мы бегали дорогу на север. Слушай, во-во. Вот, вот. Вот тут, конечно, плюс огромный, то, что разработчик решил, гляньте. Локация старая, все бегали уже тысячу раз, знаем, он взял и изменил. Вот этот подход, он... Да даже вчера на эфирах я, по-моему, про это говорил. Я, походу, умру тут, да? Мне очень охота проверить, что там внутри. Но, походу, кроме трупа ничего. Ну да. Аномалия не бьет, не бьет. Из вагона трудно выбраться? Да подожди. Че, банку мне какую-то найти надо. Ух, братан, привет. Братан, огромнейший привет тебе. За дверью банка. Сейчас, ребят, найдем. Этого еще не хватало. Банка в помещении возле входа. Ребят, у меня беда. Собака бежит. Не, ну, конечно, мы ее убьем, но... Но это дело хреново. Банка в углу, в том помещении, где ты аномалии прыгал. Момент, ребят. Банка, вы лучшие, спасибо большое. Сейчас найдем. Кровь была, но не убил. Патронов не очень много. Я почти дверь и так открыл, ребят, без банки. Но это круто. Собака жестко по лестнице залезла. Банка за дверью, подожди. Я пойду по аномалиям, умру, умру. Ни хрена себе. Вот это прикол. Не-не, это тут круто сделано. Я вот тоже, гляньте, подбегал. Думал, бутылку какую-то разобьешь, вот эту банку тоже. А вон как вышло. Так, ну что, ожидаем нового врага. Мне бы очень не помешали всякие аптеки. Немножко веет такой атмосферой
ЖК на минималках, ну прикольно, слушай, как мод нормально. Ладно, охрана отменена, двери выломаны. Круто, что вот эти лианы, которые свисают, или как их назвать-то, но они даже не трогают. Броник какой-то нужен. Фека, калаш у корот. Замечательно, хоть что-то будет, патрошки к нему. Эмбиент реально... Так. Это ловушка. Тебе нужно где-то выход искать из какого-то окна, я понял, да? Где-то, возможно, пробить можно. Лиана, это жгучий пух, не бери калаш. То есть калаш означает, что ты не выйдешь. Скрипт сделан на то, что ты не можешь выйти с калашом, да? Не бери калаш, диджей от души, спасибо. Ну-ка, а можно ли его как-то, смотри, диджей, сделать вот так вот? Разрядить? Выкидываешь ты его. Дальше ты его толкаешь, либо как-то... О, он радиоактивный. Я понял, прикол. Прошлый мод интересный. Да не, ребят, дело не в этом. Нормально пока что. Можно его вытолкнуть? Типа не бака фича, слушай. Ящики ломаю. Ящики разломали мы все уже. Я думаю, может как-то можно... Вытолкнуть? Да дробью. Я, наверное, поломаю его нахрен, но... Ящик, ящик. Мне так бы не помешал его как-нибудь вытащить оттуда. Ну-ка, а вот здесь он будет меня тпхать? Наверное, да. Не перехитришь ты его. Точку найти надо. Выкидывай, чтобы он дальше пошел. Возьми в руки, выкинь. В окно выкинуть? Да-да-да, охота. В руки берем и джишка выкидываем уже. Я тоже так думаю, что подальше что было. Ты его разломал нахрен. Не, походу забей. Не, ну можно как-то вытащить по-любому. Через окно как-нибудь. Ну-ка, да, я F9 нажму. А, потому что он поломный. Дробовика, понятно. Он реально разлетел все нахрен. И да, такой калашик. А, он вообще убитый. Ну, пошли. Да-да. Так, ну пошли до вертолета. Привет, Кэт. Привет, привет. Стоит ли играть «Дорогу на север»? Определенно стоит играть «Дорогу на север», потому что мод шикарный. Нет, тут подкупает Эмбиент, не знаю, прям меня очень радует. Когда вышел проект Медейрос, тоже прям порадовал, который там сделали Эмбиент. И тут. Может вообще радует что-то новенькое, я не знаю. Потому что уже приелся Сталкер, и когда что-то новенькое выходит, выходит. Ты все время ищешь какие-то положительные моменты и радуешься им. Так, вот это друг по-любому еще живой. Был живой. Заряжена ружишка-то? Заряжена. Что за мод «Дорога на север»? Ну, мы проходим радар пока что. Глухой лес. Может, какие-то пещерки будут, потому что во всяких солянках делали тебе. Но их трогать ни к чему, я думаю. Погнали, проверим, что ж там за вертолет такой упал. Я все надеюсь, что найдешь какую-то броньку. Я уверен, что она где-то расположена. Так, один живой, пошли. Узнаем, кто ты такой будешь. Кто-то живой. Привет, channel, знаешь ли Дмитрия? Сила, знаю. Виталий Сморчок. О, человек, не можешь, не поможешь статься. В чем проблема-то вообще у тебя? Тут зомби странный завелся. Боюсь его один атаковать. Стар я и немощный, сила уже как на нуле. Помоги, а? А чем отплатишь-то? Комбез подарю. Такое, что прямо, ух, забудешь про аномалии. Ну, давай посмотрим. Веди к своему сверхзомби. Пошли. Эй, бро, Сварта, привет. Катастроф проходил, да. Чип, привет. Улетает Димосфен при запуске. Ну, Димосфен напишите, ну ё-моё. От админа запускать и настройки пониже. Я чё ещё могу сказать-то? Ну-ка, броник получим. Погнали. Тапок, привет. Он очень хорошо помогает на самом деле, потому что ты патрон. Ух ты, ёб твою, напугал. Ты патрон, ты вообще не тратишь. Здорово, Джон. Привет, Евген. Какой мод посоветуете пройти? Привет. ЖК, золотой шар.
Сейчас бы не попадать. Не трожь его, не трожь, не трожь, он все сделает. Реально не нужно трогать. У него патроны бесконечные. Че, мужик, ну двоих вы убили уже. Пойдем, веди дальше. Это не тот, вон еще какой-то зомби стоит. У меня даже, ребят, бинокля нет. Евгений, добрый вечер. Не убей, он не знает, о чем говорит, моя прелесть. Всем привет, Вальдемар, привет. Буфту, привет тоже всем, ребят, добрейшая вечерочка. Новинка, это круто. Вон он, смотри, какой стоит. Не, ну там голова была, но... О, слушай, ну уже что-то получше. И вал тебе какой-то, и потрошки к нему. Ёб твою, я-то думал, это мой кореш, а это... Фейл. Я-то думал, это тот, он шел сзади меня, этот... Вышел с горы. Это контролер? Я не знаю, что это контролер, не контролер. Я что-то подумал, это мой кореш. Такой, ну реально, там был, а он тут. Я потом обратно иду к нему, тут на тебе зомбак уже. Что-то я вообще не понял, откуда он взялся, ну ладно. Где ты, друг-то? Ножи! Не-не-не, ну по-любому валить его, потому что у него вал какой-то будет. Обходим. Может быть, это вообще какие-то, знаете, ребят? Вот лучше F6 нажимаю, подбираю. Может, это реально контролер, который... Вон он стоит уже. Тут вау, бери. Вон еще зомбак. Я уже возле вертолета. И внезапно, да, поменялось почему-то. Был мой кореш, а стал другой какой-то. Может, где-то контролер штормит меня? Это изначально было похоже на ловушку тебе. О, где ты? Эй! Вы поняли, откуда меня убило? Из дерева. Загружаем. Он зашел в дерево. Он зашел в дерево и убил меня оттуда. Нормально. Твой кореш-контролер. Походу, да. Походу, мой кореш-контролер. Он зашел в дерево и меня убил. Чаль. Ладно. Надо было валить его, когда видишь. Я понял все, ребят. Я все очень хорошо понял. Ничего. Вылитое в модах. Это абсолютно нормальное явление, без которых ни один мод, без которых даже тревоги не может жить. И как назло, у меня все квадратное, потому что я рукожоп. Давай че, по новой мастер применить. Пробуй кореш убить. Да не надо кореш убивать никакого тебе. Ну, когда тебя враг бьет из текстуры, это называется в других играх читы. Тут-то понятно, что это моды, и они могут не, могут не обходить объекты, а тупо заходить в них, если прописана такая возможность. А, ну, все, это бан. Ребята, вы думали, это нормально? Это бан. Сохранка полетела. Барбос, привет тебе. Барбоса, души. Здравия желаю, дядь Маслин. Барбоса, души, спасибо. Чики-брики, пум-пурум. Ребята, извините, технические неполадки со стороны мода. И он бы летает, и сохранка была убита. А, погнали по новой. Ничего, это абсолютно нормальное явление для моддинга, для данной вселенной и данной игры. От души, Барбос, спасибо тебе огромнейшее. Здравия желаю. Всем, ребят, добрейшего. Ну вот, даже я... Не-не, она полетела, новая. Ветеран, как и было. Хреново, что сказать-то.
У одного человека тоже сейф полетел. Да не, это норм, ребят, на самом деле это норм, потому что сохранки летят. Мы играли в такой мод, как Жекан, и там сохранки летели сплошь и рядом, так что на это дело ты уже забиваешь. Потому что 10 лет ты варишься в моддинге, и ты, ну, для тебя это уже, для меня, обычное явление какое-то. Можно ли его убить как-то через окно, потому что я не хочу с ним воевать так. А можно ли вообще его не выпускать? Я вот думаю, что можно подкатить какую-нибудь бочку, попробовать, запрыгнуть, и контролер тебе уже не очень нужен. Ой, контролер, кровосос уже не очень нужен. Это я даже за баг не считаю, потому что когда сохранка полетела, это вообще норма. На полном серьезе. Жекан был очень крутым, и там и сохранки летели сплошь и рядом. Как к силу относишься, не знаю. Ну, читал одну книжку, как я отношусь. Я к произведению нормально отношусь, а вот к человеку я не видел, не знаю, не разговаривал. Тосик, пожалуйста! Ну чуть-чуть же остается. Охота халяву, да? Видимо. Ах ты хакер мелкий. Все вырубил. Погнали собаку убивать. Разработчику нужно было решетки поставить, чтобы такой как я не читерил. Ну ладно, халява, да. Еще одна бежит. Играя в DTR, ты столько там всяких текстур уже перевозил. Да ёпты, башка была! Ты гонишь мне, что ли? Ты чё гонишь-то? Реально это была головешка. И ты не померла? Ну да. Привет, Денис, всем привет, ребят. Ну вот, ей пофигу. Ну да, голова, как обычно, надо в тело бить. Где еще собака-то будет одна? Очень шустро. А там получается, что мы забираем туда аптеку. И все. Ну вот нормально, кто-то криворукий, скажи, поэтому ты не убил собаку. Автомат изначально проверяем, поломанный он будет, нет? Здорово, всем привет, ребята, всем добрейшего. Кто новенький, ребят, также приветствую, буду рад подписчикам. Ну вдруг такое свершится, случится, будет желание. Мне просто интересно, плагин-то работает вообще. Он новый, слушай, он новый, да. Может быть, какая-то есть доска, которую ты можешь пробить и уже вытащить его. Вряд ли такое будет. Ладно, попробуем хакерить все-таки. Ага, ящик. А, у меня идейка. Я, конечно, глупый поступок сделаю. Нет, он чисто вниз падает, да? Разбежаться и прыгнуть его. Момент, это надо изловчиться. Надо жать вперед, пробел, X и F. Нет, он на беге не работает, не выкидывает. А вот теперь я его выталкивать буду. Хотя, что там у зомбака? Ты подберешь пушку нормально, ерундой занимаешься, скажи. Погнали. Сейф только делаем какой-нибудь нормальный, вот так вот один. Чтобы вдруг не вылетело. Небольшая радика, наверху я бутылку водки не подобрал еще. Он радиоактивен? Не, ну это ладно. То, что он радиоактивен, это вообще такое. Это не проблема. Царь, приветствую на канале, благодарю за подписчика, царь. Положи в ящик и из двухстволки вытолкни. Да ладно, с двухстволки ты убьешь пушку, проверено, отмотайте, ребят. Я делать такое не буду. А
Как бы, ладно, не могу взять пушку, не могу. Там у ближайшего зомбирного я могу подобрать. Пал там где-то был, что-то у него заберем, уже нормально будет. Рыба, привет. Вот, перед взятием квеста наверняка скрипт висел, и поэтому вылет был. Так что вообще это норма, что какой-то вылет, сохранки полетели. Давай убьем. Ну вот же он был. Только вот по новой тебе зомбаков валить не очень приятнейшее занятие. И заметили, что вспышка была, когда я завалил там одного зомбирного? Как бы меня не прошел. На всякий случай F5 жму. Но хрен не знает. Толкай ящик сам. Не, ну можно, но я уже загружать не буду. Да ладно, ребят, заберем. Реально, у первого же зомбирована, там будет вал какой-то. Это не проблема в плане пушки. Проблема вылеты. Но их не так уж много, пройдем. Лута нет с мутантов. Я не уверен. Якут, здорово! Якут все правильно сделал? А то Якут. Якут, благодарю. Вот он бежит, смотри. Разворачивайся, и вон он уже, зомбарь. Убегает, убегает, убегает. То есть, да, что-то не то. Он, вот он. Видели, ребят? Я еще думаю, впервые, когда прохожу, что это такое. А это вот кто тебе будет. Якут, от души все правильно сделал. Вообще все верно. Главное, чтобы не поломало скрипты, но это обычный замок. Это считай как объект какой-то, который ты просто не подобрал. Бутылка водки. Все, я думаю, что тут мы выполнили шикарно. Теперь, когда знаем, все, выполнишь-то шикарно, скажи. Поначалу бы ты так выполнил. Не, ну, с первого же раза мы поняли, что да, это реально был зомбак какой-то левый. Слизняк, ну, может, тебе пойдет на этот кровотечение. Кабана тут кто-то убил. Привет, барон. На базе есть Икза. Ну, Икза это хорошо, но мне бы сейчас побольше бы в плане. Я понял, нужно обследовать вертолет, только тебе дают 13 секунд на это. Сейф я еще на всякий случай делаю какой-то, потому что уже боюсь, мало ли тот не будет работать. Я понял, нужно забраться на лопасть вертолета, только... Угу. Собачка. Нет, где-то внизу что-то. А, осмотр вертолета просто. Я думаю, что-то все. Я туплю. Я думаю, какая-то зона тут убивает тебя. А это нет, все очень легко. Осмотр идет обычный. Там дерево. Я просто когда привык, вижу, когда это... Подожди-ка. Один там. Зря я нажал Escape, я бы их увидел и тогда поняли. Ну короче, один идет с хвоста вертолета, другой чисто параллельно вертолету. Где-то еще толпа, да? А это норма, то что сохранки не загружаются. И вылетает мод каждый раз при... загрузки, это вообще норма. Скрипты же висят. Надо игру завершать, потом только уже загружать. На вертолет я пройти не могу. Попробую сейчас. Очень надеюсь, что сейчас не будет вылетать, потому что, ну, вроде ничего такого не висит же. Нажал бейды. Я не могу даже подойти к нему. Сохранка полетела, мертвая. Хорошо, загружаем другую. Нереально сейчас... Чё, стрим без сохранений, что ли? Чё за мод? Поставь патч А7. Но это нужно уже удалять эту игру. Нужно патч скачивать. Где-то находить. Где-то переустанавливать. Я сейчас не буду этим заниматься. Долго. Привет. Привет.
Ну, долгий или короткий короткометражка. Добро пожаловать на канал. Спасибо большое за подписчиков. Сохранка полетела. Ну, слушай, реально без сохранок играть. Я, конечно, ох, но не настолько. Подожди. Играть-то хреново я умею, но чтобы без сохранок проходить мод, где 4 контролера. Удаляй. 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 Загружай. Мод на жизнь, трындец, как сказать. Ну да, что-то где-то вылет, где-то что-то еще, где-то так ты знаешь. Эд, привет, Ксюшка, привет. На вертушку залезь, выберешься из пузыря. Работает! Это уже здорово. Ну вот, вот, когда именно вот этот квестик начинается, у тебя и проблемы, я понял. Мы сейчас пройдем, ребят. Мы пройдем. Друг, я убил его! А ты что сделал? Я вот не знаю, как убивать контролёров четверых. Где звук? А, не знаю. Где-то. Одна жизнь одна. Если, ребят, у вас нет звука, у вас человек именно, то вы, наверное, вырубили его. Я не знаю. Статику попробуем. Как вариант, да, статику попробовать, потому что, ну, многие спрашивают, ребят, почему я поставил максимально строчки? Ведешь эфиры 3 года, 2. Многие спрашивают, Крамер, а чё это ты не на максималках играешь? Или, Крамер, а чё ты на статике играешь? Я говорю, что, ребят, на максималках на статике часто вылетает. Но красивый график тут смотреть поприятнее, чем вот мы какой-то, да? Поэтому из лучших побуждений ты ставишь максималки, а потом у тебя летит. Блин, я по привычке нажал X и думал, залутал его. Не залутал. Так, и сейчас очень тяжелый момент, потому что я не знаю, как валить этих вот 4 контролеров. Говорят, что наверх нужно забегать. Но. Но. Тебя спавнит вот тут. Спавнишься. Подожди, я уйду от вертолета подальше. Ты спавнишься где-то вот здесь. Вон там контролер идет. Вот тут контролер идет. Где еще контролеры, я не знаю. Логично, что я не могу бежать вот в это направление вообще. Мне нужно искать объект, который меня защитит. Под деревом? Возможно, но отсюда будут эти контролеры. Беги на вертушку вертолета. Я вот и думаю, как бежать на вертушку вертолета. Оббежать, может быть? Ну, как вариант. Пошли. На самом деле, все очень легко. Это я просто туплю, ребят. Беги сразу же на вертушку вертолета. Погнали, реально, сразу же на вертушку. И проверим потом, что будет вообще. Я очень люблю телепорт, еще бы знать, где он. А это тема. Спасибо, человек добрый. То, что помогли. На вертушку беги. Слизняк вешай на пояс. Ой, дурак, скажи. Ёб ты, 4 удара! Ты гонишь? Ты гонишь, 4 удара в голову было. Ты гонишь мне. Привет, Сан-Диего, привет. Я считаю, что это контент. А прям в плотную контролеру подбеги и снажай его. Ребят, и приквест у него. Да не, не возьмем, потому что, ну, это сюжет, это сделали контент. И это твое прохождение, якобы. Ну ты в смысле не брать. Таков сюжет, мод не проходить, что ли? Нет, нет. Обязательно возьмем его.
Так, ну где это еще горе зомби? Я надеюсь, что попробуем пройти ее вообще хоть как-то. От нее же некогда, там вообще впритык был, просто впритык. 4 удара ему в нос, в глаз, я не знаю, 6. Фарш сделали из лица, по-моему, ему. Не, ну, это уровень сложности еще, как бы, тоже, че руга, нормально все. Мужик, пошли. Фишка в том, что после этого момента я не могу сохранение загружать, поэтому мне придется вот так вот проходить. Иди к вертухе сразу же. Да, ну, не, ничего. Квестик возьмем. Пройти можно без этого квеста. Да, не, ну, автор дела, охота посмотреть, наверное, интересно же все-таки, что это было. Привет, привет. Зашел, поинтересовался, что за мод вкратце. Ну, вкратце. Смотрим, что вкратце. Я криворукий, черт. Лес зомбака, ты бежишь очень даже быстро. Да, норма. Нормальный, хреновый. Не, проверим, что у него будет. Вот после этого момента уже сохранки не работают. Вот, как-то взял квестика нема. Может, да, реально не брать его. Пушки все давайте. Зарядим, наверное, сразу же, чтобы из дробовика в голову валить контролером. То все воздействия ты банально умираешь. Надо телепорт на верхе искать. Я думаю, можно контриков. Да не, убьем. Потому что только выше. Что ты пытаешься понять, как это все проходить? Было бы все легко, было бы не так уж интересно. На самом деле это круто, что сложненько так все. Я узнаю. Я не понимаю, зачем он нужен, Арт, но зачем-то он нужен. 10 патронов. Сидим, ждем. Короче, один оттуда шел еще. Дроби немного. Ну понятно, я пушки зарядил. Да ёпта, проходи ты уже. Все. Хотя бы небольшой урон ему не будет. Да ёпты, да давай на... А где там третий был? Я считаю, это контент, когда они уходят. Ну-ка, а может телепорт найти, правда? Ну, гляньте, уже получше что-то. Я куда-то прыгнул. Давай. Сохранку очередную. Привет, стой на вертушке, привет. Ты да, уже, все. Еще научка. Вот контролеров бы лучше завалить. Я, да, я выбрался уже. Патрошки. Вот тоже момент такой интересный. У него была ЛР-ка у мужика. А ты подбираешь с него всего лишь... Портянка. Ящики, может, можно? Было бы, ребят, все так легко, скажи. Было бы неинтересно. Кто-то наблюдает за мной. Экзо нашел. Найти экипаж и разобраться в том, что произошло. Я предлагаю по одному выкуривать контролеров. Потому что контей будут шуметь. Надо валить их. Иди к базе на антенне. Ну погнали, чё, погнали. Может, контролеров и правда не надо трогать. Найти экипаж. Скорее всего, экипаж пошел туда дальше. И, ну, что бы там ни говорили, я думаю, что тозик по имбове-то будет. В
Икза в здании с фараонной крышей. Момент, ребят, мне нужно хотя бы дойти до тайника какого-то. Я очень надеюсь, что мы ничего не упустим еще. Кто это такой реактивный бежал там? Глазенки только горели. Видимо, кабан. Осуждаю. По-моему, я его только разбудил. Найти код. Найти код. Погнали, сейчас он там может... О, я говорю, кто же там такой бегает-то хороший. А не могли ли куда-нибудь сюда наверх закинуть? О, лысый жрет рыбу. Лысый, отдыши. Я эти деньги с таким трудом зарабатываю, а ты, блядь, такая, хочешь их легко заработать. Скажи, я люблю лысого. Люби дальше, спасибо. Люби мужика, который там, Brothers. Люби дальше от души. Я понял. Все понял. Код 201, да не, нужно код найти, наверняка автор поменял код. Дроби нет ни хрена. Я уж и разрежу, потому что, ну как по мне, ну тозик, он намного убойнее будет. И химерка тоже не просто так. Слушай, ты мощный довольно. Но не такая мощная, как Дэйли. Хромает уже, лапка подогнула. Да стой ты, ёб твою. Кабан, ну ты-то куда? Угомони талант. Серьезно, бегаю, химера тупо пытаюсь убить, скажи. Потратим мы уже не патроны, но это забей его. Лишь бы она не была бессмертной какая-то. Всем привет, Игорь, привет. Ну вот же я, вот он, ты хочешь меня атаковать. Осуждай карусель. Да о, умри ты уже нахер. Все, погнали код проверять. Может, найдем где-то тут рядом. Контент. Да, чё, ну химеру с ножа валить долго. Долго. Ну, а что ты хотел? Это химера, это мутант, который очень грозный. И убить ее с помощью ножа. Так, вот тебе потрошки, немножко 45-ки еще. Хорошо, автор то, что разметил. И мы находим калаш, наконец-то, ребят. Я думаю, что можно один спас уже выкинуть. К чему тебе? Погнали проверять. Дробь ящик на блокпосте с РПГшником из оригинала, читай. Спасибо, Артем, огромнейшее. Еще найдем. Я думаю, что можно проверить еще один вертолет. Лишний не будет. Я вот, что я боюсь, так это нажимать F5, а потом дальше F9 в этом моде. Вот вылеты прям. Вон труп какой-то лежит. Может из этой, из экипажа. Экипаж какой-то. Броник, отлично. Все, хотя бы бронька уже есть и жить можно дальше. Проверь кузов. Проверили, все, нашли. На калаш патроны есть, бронебойки. Давайте мы только поменяем. Не обижай. Лысый, ёлки-палки, дружище. Уже дружище, лысый ты. Скажи, я люблю лысого. Не обижай меня. Ты же знаешь, я могу. Точка, точка, лысый, точка, да. Я собака, ты собака, 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 я собака, ты собака. О, лысый, от души благодарен тебе, спасибо большое. Ты очень крут, спасибо тебе. Но лысый из Brothers не знаю такого даже. Не буду про него говорить.
Или про кого ты говоришь? Не знаю про кого ты, лысый, не знаю. Что-то какой-то контент пошел уже не тот. Мы мод тут проходим, лысый. Все будет хорошо. Погнали уже реально где антенны. Лысый, просто пятюнники, посипки. За лысый. Вагончик рядом с вышкой, на которой лежит комбез в оригинале. Там в банке ключ. О, Бендер, привет тебе. Вагончик с радикой. Так, комбез. Погнали, банка. То есть, ну, гляньте, автор все сделал, что в баночках лежит. Именно реально тайники какие-то. Леня, бризик тебе, а для чего? Он что, дико мощный какой-то? Да нет, спас я бы тоже выкинул на самом деле, это лишние килограммы. Добро, две аптечки. Вадим, привет, ребят, всем привет. Пока идем нормально. А, Ник Форд, приветствую на канале. Спасибо большое, Ник Форд, за подписочку. Приветствую. Банка. Это банка должна быть. Там икза? Скажи, лысый, ну ёлки-палки. Скажи. Лысый, от души, спасибо, ты топчик. Спасибо, лысый, огромнейшее. Ты прям... Эх, хочешь, чтобы я сказал это? Да, блин, какой-то подвох по-любому. Ну, какого проверить тут? Лысый, благодарю, не говори ему. Да чё-то подвох какой-то, да? Это реально подвох. Давай ящики проверим. Где РПГшка была? Я думал, тут где-то в трубах будет что-нибудь. А нет. Пошли теперь проверим закуток вот этот, где монолит там был, где вход в некоторых модах в другую лабораторию. Может, там чай будет. Лысый, от души. Лысого никто не любит, лысый. От души. Играл фотограф. Фотограф, легендарный мод, он очень крутой. Пройден. Я думаю, что эту штуку можно выкинуть. Сейчас сделал, разрядил. Подожди. Ну да. Каждый уголочек, короче, проверять в моде, да? Каждый ящик, каждую текстурку. Ну, раз короткометражка, побегай, посмотри, что-то такого. Одна око, тем более. Сможешь проверить. Я вот эту вышку не помню, она была в оригинале ли? Вообще не помню. Глянь, забор сделали. В одной из труп лежал чейзер. Найдем. Я по этому трубе смотрел, тоже думал, мало ли что будет. Так, ну, может как-то можно пропаркурить? Я очень боюсь обратно. Запрыгну я или нет? Туда-то, может, попробуй, если только не будет невидимой стеночки. А вот обратно как? Миша, там конец мода, подожди, но... Я хочу проверить, конец, не конец. Я обратно не вылезу. Если запрыгну сюда. Ладно, погнали на радар. Лысого никто не любит. Игра в аномалию. Аномалию играли. Ждем новый патчик, ждем. Там сюжетчик вроде должны будут еще сделать. Все вот приветствую на эфире. Добро пожаловать. Погнали же на антенны. Может, там что-нибудь найдем. В одной из труб, говорят, чейзер был. Да ладно, у меня сейчас нормальный дроби так набрал 69. Вот тут, может, 100. Не? Какой-то шарм у мода есть все-таки. Вот игра блудного сына такое. Тут, наверное, Эмбин подкупает, наверное, скорее всего. Дэдпул, Виз, привет, ребят. Всем добро пожаловать на канал.
спасибо большое за подписочку. Рад каждому. Второй вертолет проверять. Вот сейчас очень боюсь, что выглядит какой-то будет. Стамина закончилась. Неужели? Столько мы пробегали, и только-только она закончилась. Пойду невушку проверю. А потом уже бежать на радар. Экзик, Вэри. Экзик в здании, говорят. Я очень хочу код найти. Или ключик какой-то. Я поэтому бегаю, тут шкерюсь, чтобы открыть. Гоу туда. Ну, типа, все по порядку изучим. Макс, привет, Дмитрий, Казак, привет, Владислав, ребят, всем добрейшего вчерочка, спасибо, что подписочку сделали и заглянули на канал. Стримил Shadow Addon? Shadow Addon прошли, да. Восьмой патч, который вышел, мы 0.8 версия проходили, на втором канале все это дело уже есть. Три эфира заняло прохождение, прошли. Санек, привет! Привет. Как думаешь, сдал ли я математику? Я очень, тебе на очень надеюсь, что ты сдал, но судя по всему, то, что ты здесь, Санек, ты ее сдал, и то, что ты радостный. Я тебя поздравляю, Санек, ты сдал математику. Это круто. Ты молодец. В этом моде только одна ока, да. Ссылка на второй канал можно в описании эфира. Чё-то, ребят, не вижу ни хрена. Может, я криворукий? Я еще БТР не проверял. Ключик. Не факт, что будет именно где-то на технике, на каких-то объектах, да? Может, под деревом лежит. Сергей, приветствую. Я уже думал наверх туда прыгать, чтобы открыть эту дверь. Ладно, погнали. Ох, артефактов прям много. Скажи ему, лысому, огромнейший респект вообще, вот я скажу. Код 21, да не-не, потом. Надо код находить, наверное, какую-то вещицу, которая тебе покажет этот код. Глянь, душ-то уже. Души, ломти. А, ломти. Кровь камня, душа. И это реально пройти? Реально пройти. А, это, наверное, муляжики. Ну да. Чисто муляжи какие-то, это вообще даже не аномалии. Тебе эффект сделали, а они дамагу никакую не дают. Либо какой-то цикл. Угу. Контент. Слушай, ну по правую руку можно вроде бежать будет. Болт вон пролетает, и значит я могу пролететь. Лоджик. Приятно. Комбинирование аномалий и это. Которые действуют и которые не действуют. Мультики. Хоть не грибы. А, геймер, добро пожаловать на канал. Спасибо за подписочку. Еще один. Не, ну можно это выкинуть, слушай, это подобрать. Я вот не знаю, регента мне вообще нужен будет, не нужен. Бежим дальше. Вагончик проверять. Глядишь, какая-то банка. Ну, банки нет, но... У зомбаря не может быть, например, какой-нибудь в инвентаре вещички. Его разбудим сейчас. Разбудил? Угу. Ты на радаре? Давно в сталкера не играл. Да, мы на радаре бегаем. Иди своей дорогой, иди арты бери. Ты продавать кому тут? Зачем арты? Я взял пару артов тебе на хилы, здоровье, все. Мне больше не нужно. Вот нашли ЛР-ку. Вот это все верно, идем. Вот еще патрончик к ней. Как бы не зря все обыским, но вот ключик надо где-то искать будет. На вышках прошерсти все. Как можно пройти мимо арта? А зачем они нужны? Ну, в плане, если ты их юзать не будешь, продавать не будешь, зачем они нужны? Я уверен, что в этом... В тенях Чернобыля на сотый проход уже особо арта не ищешь. Тут недавно мегали в тень Чернобыля и поняли, что артефакт и не очень абарта нужен. Мало ли там. Захочешь купить себе броник получше истока. А так проходишь вы и без этого всего, без покупок. Ну что, ребят, здание проверяем вот это.
Потом сзади какая-то кибитка будет, тоже в нее заглянуть. Ключ в вагоне, надо банку. Благодарю, Матвей, огромнейшее спасибо. А то бы мы сейчас бегали, искали долго. Это прям отдельный респект. Да не, я вот забегаю, мне все равно в каждый уголок интересно забежать, потому что там и ЛР-ку подобрал, там аптеку. Все-таки автор разметил, мы сейчас кое-что тоже делаем. И интересно, как это все. Компьютер вряд ли ты что-то с ним сделаешь, потому что... Что-то с ним откроешь, что ли? Ты ничего, вот мог бы быть ящик какой-то, записочка такая, да? Типа так и так, ну ладно. Ни хрена нет, я про эту кибитку говорил, сейф, ключ нужен ключ. Ой, я что-то поломал, походу. Холодильник, выноси. Полетел, Томск. Ну да, ключик тут уже нужен будет. Там в вагоне телепорт, пока не иди. Не пойдем. Не-не-не. Спасибо большое за то, что сказали. А то вот тут загрузочка сохранения немножко проблемная. Я думаю, что в доме будет где-то. Погнали сейчас. Через крышу ты запрыгнешь. Либо вообще на вышке ты и сможешь найти уже этот ключ, либо что-то похожее. У компа кнопка, да ладно, сейчас бегаем, благодарю. Но не думаю, реально что включить его можно, да ладно. Такую редко увидишь. Ну типа, гоу, проверим. Ага. Во, благодарю, вот. Благодарю. Вот это прям здорово. Я думаю, какая кнопка, и заметил, потом думаю, что такое. Приятные фичи сделали. Ну не фичи, а размещение этих объектов. Круто, это прям здорово. Да я на форуме тоже где-то читал про эту кнопку какую-то. Память дырявая, может быть, что-то и пропустил. Да ты не пройдешь, на вышке ничего нет. Ну да, видимо, когда питание включаешь, там уже можно что-то заюзать. Это старый мод, вчера вышел только. Бегаем. Не-не, мод определенно лучше предыдущих частей автора. Блудный сын, мы уже говорили, мы уже играли про него. Тут прям так бежишь. Эмбин подкупает, боже ты мой. Хорош. Банки, проверяем комнатки. Во всяких жиканах, помню, тут было нормально. Да соляночка тоже. Сборка еще работаем. Да, это надо эмбинты, да. Ой, я не говорю ничего. ДТР будет. Не, а что мне мешает вылезти и потом их убить тупо снаружи? Они же не выбегут. Секунду спустя, да? Они же не выбегут. Благодарю Евгений за подписку на канал. Не, ну дозик это вообще имба. Вот лучше, чем спас какой-то. Я не жалею, что взял. Только рад. Туси, привет тебе тоже. Дроби полно, 60 штук. Ну как полно? На них, я думаю, хватит точно. А почему подписался, не было оповещалки? Может, скликни какой-то. Благодарю каждого, кто, ребят, подписочку нажал. Пойдем все-таки внутрь. Добро. Оу! Не, нормально прыгнул, кстати. И проверять банки всякие, тайники, кнопки. Тема годна, привет. Вверх ничего нет. Потому что реально каждый уголок нужно проверять, уже понятно. Дверок нет, ключей нет. Эх, хоть бы он тут был где-нибудь. Тупо нет. Но тоже в баночках вроде так логично. Взял, закинул, запрятал. Идея годная, я такого не видел. Ну, видел в этом, как его, в соляночке, когда ты спускаешься в лабораторию X18, там за зеркалом. Была у тебя записочка. Тоже разбивать нужно было объекты. А тут нет. Стоит ли поиграть? Подождите, пока что все нормально вроде.
О, Хигза, замечательно. Бегать не можно. Бегать нельзя, а зачем это нужно? Даже ну пулестойкость хорошая, но хрен знает, ребят. Мне важнее, чтобы я бегать мог. Хигзу, я думаю, можно как-нибудь выкинуть будет. Хабар хороший, это определенно, но... Но нужна ли она? Привет, Евгений. Ты разбил банк вначале, мне был ключ. Да и это мы уже дошли, да. Это мы уже прошли. Приятный мод, где нужно немного подумать. Не тупо бежать тебе от одной метки к другой. А так, найти код. Найдем. Я уж сейчас пойду в эту вышку, там посмотрю, может быть, что будет. Я выкину пока экзо. Мне важнее будет бегать, прыгать. Какая-то, гляньте, штука тумба-юмба. Я аж что-то включил, наверное. Я не знаю, что. Здорово, Диан Диор. Привет. Виктор тоже привет. Я что-то включил. Ну, глянь, рубильник там включили, теперь тут включили. Ну вот, провода тебе. Логично, что они идут. Там ты подаешь, провод идет туда. Подожди. Да, и провод идет куда-то. Нет, это вроде все. Я немножко туплю, ребят, извините, но пытаешься понять, что к чему. Сейчас выжигатель включишь. Находили трофейный тайник? Я не знаю, что-то мы находили. Так, ладно, здесь рубили. Наверх запрыгнуть я не знаю как вообще. Ну, можно пропаркурить с помощью этой будет. Крыши, наверное, да? Но вряд ли ты допрыгнешь. Смотри, расстояние очень большое. Хотя, да, попробуем. На уголок ты точно запрыгнешь. Вопрос, для чего, скажи, да? Но... Что и будет? Может, что и будет? Потому что тут надо каждый сантиметр обыскивать. Иногда это поиски вознаграждаются пушками там какими-нибудь. Я фишка в том, что боюсь нажимать F9. А, нет, тупо не прыгнешь. Ладно, пошли дальше. Разочек попробую, да, хорош. Наверняка тут где-то можно было запрятать. Я вот бегу сейчас и думаю, блин, а что ищем-то вообще? Ищем хоть что-то, вот чего. В моде ищи хоть что-нибудь, все обыскивай. Какие-нибудь наводки на то, куда пропал экипаж. Невидимая стеночка, я понял. Нашел АКАД, да я уже нашел, вот тебе. ЛР-ки, АКАшки нашел. Экзу нашел, броник свободы нашли. Рубильник врубили, человек помог. Знаешь, еще рубильник. Ну, смотрите, ребят. Фишка в чем? Там, когда врубили, был звук, как будто питание подрублено, а тут как будто питания нет. Но рубильник же в нижнем положении. Больше ты с ним ничего сделать не можешь. Так что я думаю, мы верно бежим. Просто сейчас проходим, ориентируемся прям в прямом эфире и пытаемся понять, как пройти. Так. Не проблема. Ну, тут ничего нет. Я думаю, что тут что-то можно было бы включить еще какую-то кнопку. Страшный мид врубай, все антенны включи. Включим, включим. Я пытаюсь понять, может быть где-то еще будет. Я глянь, куда же залез тебе, где куда, наверное, лезть-то не положено вообще. Нет, он дальше не хочет лезть. Все, это предел. На первый ярус ты можешь, а дальше уже никак. Так, я еще не был в этой... В маленькой этой... Комнатушке там. Ну просто врубить антенны такое себе. Сейчас, ребят. Знаете, как сделаем? Одну антенну оставим. И пойду проверять вон там домик, какие-то еще вагончики, вход в лабораторию, а потом включим, потому что я не знаю, что будет. Мне охота побегать, посмотреть. Я так чую, я радар врубаю. Какая цель в игре? Я пытаюсь понять, узнать, куда пропал экипаж вообще вертолета, который упал в режим СО. Но пока что... Пока что мы даже намека не получили на то, где экипаж. Я просто хочу еще найти код, всякие тебе эти... Ключики и прочее. Потому что сейф где-то должен быть. Где-то должен быть ключик. Вот где. Может, наверху вообще.
Так-то бегу, F жму, считай, постоянно. Вот ваб бы закрыт, там пусто. Ну ладно, как бы. Мне важно получить. Блин, рубильник неохотно. Так, врубили, да? Я не знаю, что сейчас будет, но вроде больше там никаких не должно быть. Батарею я бы помер 10 раз, наверное, пока лез сюда. Ключик нужен. Сегодня что-нибудь еще? Дорога на север будет, да. Мы пройдем сюжетку, а потом дорогу на север продолжим проходить. Нам же еще нужно там на ЧС бежать. Мы команду уже собрали. Броник есть там. Ну, потом. Как этот мы пробежим, пройдем. Надеюсь, что пройдем. Все, выключено. Каждая антенна отключена, включена. Не знаю, как тут правильно назвать. Наверное, включена. Хотя вниз это как будто отключение какое-то. Двигаем далее проверять. Как назывался рубильник, то увидел. Раз название есть, там просто типа включить рубильник нет. Не, наверх полезу уже, мало ли там что будет. Это ключ на 12-13. Его сложно найти. Казалось, что ящик какой-то. Так, вот тут ничего нет на соседней. Там в кабинке может что-то будет, но вряд ли. Опять же. Не, ничего нет. Тогда погнали вниз, наверное. Добрый вечер. Добрый вечер всем, ребят. Ох, где же найти тебе код этот? Так, отлично. Какая-то еще дверка. Открыть. Наверняка здесь что-то. Приветствую на канале Алекс ТВ. Добро пожаловать всем, ребят. Добрейшего вечерочка. Питание включили. Хорошо, что вот эти, не знаю, лианы, они как-то не... Ага. Вот ты, кажется, живой, да? Да, он живой. Вот это, наверное, тоже живой, потому что он головой в землю закопался. Скорее всего, вали, алкаша. Фонарь вруби, мало ли что найдешь. Компьютер это ничего не будет. Вырублю лучше, потому что слепит хуже только будет. Декодер. Детектор аномалии. Код-то нужен, ёлки-палки. Найти код. Хорошо, декодер, декодер, декодер. Нечто вроде мощной электронной отмычки. Похоже, что у нас создавалась цель взломать какой-то специфический электронный замок. Как ни странно, конструкция не подразумевает универсальности. Оно создавалось для конкретного замка и не способно взламывать какие-либо другие коды. Ну, отлично, чё. Так. Меня проглючивали? Детектор аномалий-то был тоже. Я, видимо, проглючил. Подожди, детектор аномалий был ведь? У меня шиза уже, потому что я не понимаю. Да, наверное, от этого сейфа код, но пойду проверю. Мы еще, ребят, не нашли код от этого. Там, где переход. Водка. Ну, нычку нашли, и нормальки. Описание из оригинала. Оригинал проходили давно. Ни хрена нет. Вот в лабу тогда. И пойдем уже сейф смотреть. Потому что, ну, все, только декодер остается один. Надежда на то, что сейф откроет и что-то мы там узнаем, увидим. Там выпал ключ из досок в вагоне. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, благодарю. Реально пропустили, что ли, наверное? А, вот он, ключик. Он, то есть, где-то тут был, да? Ты подходишь, он падает. Я прожал, видимо, не осознавая этого. Я понял, благодарю. Огромнейшее спасибо. Так сразу же не заметишь всего этого.
Детектор тоже взял. Дверь заперта. Хорошо. Пойдем тогда уже сейф открывать. Ключик, наверное, там будет. От, типа трассы, или как ее назвать-то правильнее. От этого коридора белого. А декодер от этого сейфа. Декодер от двери, а не от сейфа, я думаю. Ну, пойдем проверим. Зачем гадать? Потому что... узнаем. Здорово, Хантер, привет. Вышел Димасфен мод на тень Чернобыля. Димасфен мод на тень Чернобыля, что? Димасфен на тень Чернобыля не делал моды. Эх, немножко устает герой. Водки. Фора. Погнали узнавать теперь. Откроет, не откроет он. Ключ, ну, ключ. Открой хоть чем-то. О, как больно. Это новый мод на тыще, приветствую, да. Так, контент. У тебя ключ из банки. А, этот ключ из банки. Все, благодарю, я туплю. Бывает такое. Однократно, извините, ребят. Ключ в вагоне, я туплю, сорян. Чаще не в этот вагон побежал тебе. Вот он на полке, благодарю. Благодарю, добрый человек, вот реально круто. Говорю, так и не найдешь сразу же. Не, это хорошо, когда нужно подумать. Побегать. Так, хорошо, гром получен, аптека, аптека. Все получено, декодер. Ну а что тут еще делать? Смотри, ты подрубил вот эту штуку. Антенны все вроде бы тоже подключил. Все, давай по порядку пробежимся. Ну, все подключены, я вот уверен. Хаюшки, привет-привет, всем привет-привет. Бывает, что короткометражки стреляют очень хорошо. Опять же, если грамотно сделать. Голос хороший был. Не знаю, мне порадовало. Проборовано такое. Ну, тоже на уровне. Зачем мне столько пушек, я не знаю. Это лучше выкинем. Да, все, глянь. Ну, получается, что сейф открыл. Ключики нашел. Декодер у тебя есть. Здесь вот сбегаем. В этот вагон. Можно там будет побегать по технике. На вышках не знаю, может что тоже найдем. Погнали, спешить некуда. Декодер, декодер. Ох, теперь уже осматривать полки все буду. Реально, вот тут запрятать это хорошо. В жизни не подумаешь, что что-то могли положить. Энергетиков нет? Не, нет, ни хрена. Включение чуть-чуть. Питание включено для... Питание, ты открываешь дверку, вот это я понял. Годно, годно, годно. Экипажа нет. Вообще ноль. Вот эти две железки проверим еще. Яму. Может, что и найдем. Атмосфера топ. Эмбиент, хорош тебе. И полное чувство того, что... Где все? Ты не понимаешь, что произошло. Где все? Вот это чувство, что ты один в зоне, оно реально тут работает. Что это не рынок никакой, это где просто пришел, все купил, все на готове. Не улиц никакая, где полно тысячи сталкеров ходят, стоит как на работу с утра. Нет, вот чувство того, что это зона, что ты один. Только непонятно, кто главный герой вообще немножко. Мотивы его. Чисто пробежал проверить, что тут. Я так, ребят, проверить. Мало ли, какую-то ЛР-ку, говорю, найду еще. Потому что вот бегали, ЛР-ку нашли там. Ну что, декодер мы подобрали. Пойдем обратно, потому что хрен знает. Сейф только запрещено. Главный герой Мэдисон.
Илья Мэдисон, я видел, что Илья Мэдисон. Я про то, что кто он, не имя его, а кто он вообще. Какая-то легенда, какой-то призрак там, какой-то ветеран. Кто он? Не имя его, нет. Имя-то это всегда понятно. Потому что ходит без оружия. Ну, Семецкий тоже ходит без оружия, например. Такое, там было уже предисловие, описание такое. И насторожило, почему он именно такой. Не боится, что ли, ничего? Его обходят стороной мутанты. Что, почему он без оружейки такой вначале был? Какая-то он легенда. Ветеран, походу? Да не, ну ветеран, но ветеран не будет ходить и голым в свитере, ну... Нет. Миникарта? Да и вижу миникарту, она на одной. При чем тут миникарта? Он темный плащ, Миша Штопа, да. Так, журнал. А мне пода особо тебе нет. Расшифровать дверь? Расшифруем, которая там, наверное, была. Декодером. Контакты, ноль, ранги, данные. Васька Бодряк какой-то круче меня. Справка, обучение. Да нет, тут что-то у меня даже в журналах в истории ничего толкового-то, что мне. Может, он шарит ему на изи, но как бы ветеран, он ветеран от того, что он всегда думает наперед, а не то, что он какой-то крутой, его ничего не берет. Наверное, так. Сказать, сам будешь вечно ходить. Так, 1-1, часть кода побита. Так, тут говорили, что нужно из двоичного перевести в какую-то другую часть. Декодер именно дает, выдает ее в двоичном виде. В двоичном виде, 1-1. Так, подожди. Как там был-то перевод из двоичного? Десятичные. Код 7-8, знак вопроса 1. Сейчас, может быть так. Из двоичной в десятичную. Ну, знаете, ребят, чисто сами попробуем, это все-таки интереснее. Что там было? Три однушки, да? Раз, два, три. Потом что? Что еще? Сергей, привет. Мы типа сами попробуем. Что еще там? 1-0, 0-0. 1, 0, 0, 0, это запятая и 1. Какая-то шляпа мне выдает. Реально не понимаю. Так, еще. Давай, ну короче, попробуем код тогда. 7, 8, что-то и 1. 78, какое-то число и 1. Погнали по порядку. 78, 0... Отлично, дверь открыли. Тройка была. Так, и задание уже найти выживших. Что-то мы нашли. Вот, а теперь пора уже сделать сохранение, я думаю. Я зашел, ребят, на сайт, пытался перевести из двоичной, десятичную. Что-то криворукий оказался. Или сайт кривой. Ох ты, ёб твою, и документики-то. Вот это тема. Алекс ТВ, добро пожаловать на канал. Спасибо, Алекс ТВ, за подписку тебе. Всем, ребят, кто заглянул на эфир, тоже от души. На всякий случай зарядить нужно ее. Так, что за документ? Запись какая-то. Проверяем. Арабская ночь. Так, хорошо. Момент, глоток воды. Это что-то... Нужно было по цифре вводить. 11, потом 1000, потом... А, подожди. Сейчас. Да-да-да, все верно, благодарю. То есть вот так надо было. Я немножко туплю, извиняюсь, ребят. Нужно было три однушки, потом семерку он тебе выдает. Потом ты вбиваешь 1000. Переводишь восьмерка. Однушка, понятно, что это будет и однушка. А какое-то число ты уже подбираешь. Все, тема годная. Я туплю немножко, бывает. Так, хорошо.
Кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью — лишь результат неосуществившейся жизни. Это выражение измены ей. Если кто найдет запись, ушли ко второму входу в лабораторию. Может, там будет потише, нам удастся спастись. Погнали. Добрый вечер, Сергей. Артём, привет! Приветствую, Михаил. Лайк проставлен. Алды на Алды месте. Тут Артём, от души приветствую. Сипки, что заглянул. Всем привет, привет. Сиджей, здорово. Когда уже выйдет доп и DLC-шка на метро, я не знаю. Ну, лето ожидается, я думаю, будет очень крутое, ребят. Потому что DLC, DTR. Чё-то ещё там выйдет по-любому. Dark Pass выходит, короче, там ещё что... сюжетка. Ожидаем, что на аномалии выйдет патчик, там тоже сюжет расширили. Думаю, лето будет очень крутое. Пам-пам, привет. Я понял. Ракетницы дали не просто так. Я вот тоже думаю, что не просто так. Может, какой-то гигант там будет, который их убил. Но это будет очень банально, если гигант. Это я выкинул. Ко второму входу они пошли. Ракетницы дали тебе, чтобы ты проломил стену, наверное, и вышел. Правая стеночка, наверное, у нее много хпшки, и ты ее будешь бить. Попробуем. Стенку пробить? Я тоже думаю, что стеночку пробить. Гений, привет, что произошло? Ну, так, подожди. Я вот очень думаю. Сейчас поймем, какая стеночка. Вот это, наверное. Тут просто две стеночки. Алды тут. Или вот это. Слушай, ну это попроще было бы разбить. А вот тут Александра, души. Что такое DDR? Dead Air. Мертвый воздух. О чем речь-то? А дальше отойду, то мало ли там урон какой у нее. Вот это, наверное, любую. Гигант или бюрр. Ну, очень похож на гиганта. Дверку разбили. Слушай, ну сверху уже будем атаковать. Я считаю, что это контент. Валим дядьку. Не-не, лучшая дроби. На мусорках сразу же проверяем, ничего нет. На крыше тоже ничего нет. Нормально так запрыгнули. Чего? Бюреры? Да я подумал, что псевдогигант топает. Мало ли, там бывают звуки иногда похожие. Проверяем, мало ли какие-то еще нычки, потому что ключик для меня прям был, ох, круто. У него ни черта нет. Тут в БТРе ничего не будет. Видимо, да, ничего нет. Так, двигаем по порядку. С двух стволочек на гиганта? Ну а чё, нормально. Артём, приветствую, спасибо большое за подписку. Так, документ, запись еще. Подожди. Я хочу проверить нычки, которых ничего нет. О, подожди ты, ёб твою! Я ожидал, что после подбора тебе будет хоть что-то. Вот я боялся, что реально такая вещь произойдет, когда... Что случилось? Финал? А что там было в том сообщении-то? Ой, как больно-то. Да ну, ящик это конец. Короче, подобрали, тупо побежали, ну блин.
Я, конечно, понятно, что тупанул. Я ожидал, что когда ты подберешь именно документ, у тебя будет финал. А выше все наоборот. Ладно, ребят, извиняйте. Думаешь так, а выходит вот так. Пушки мне не нужны. Погнали, погнали. Я-то ожидал, что ты когда подбираешь документик, у тебя все. Не, ну логично, что тебе дают время на то, чтобы прочитать документ. Потом у тебя все, финал. Этот ящик ломает сейф. Сейчас узнаем, что там будет. Паломи, приветствую на канале. Думаешь так, а даже вот это выкини. Хотя ЛР-ка бронебойный, слушай, ну лучше с ЛР-ки пойду. А ваш уже выкини нафиг. Лучше патроны выкинуть. Привет, как Тимот, а то на попро зашло там оценка 1.8. Какие хорошие стороны могу отметить у мода? Это эмбиент хорош. Я не понимаю, что происходит, то главный герой. Может, это тоже круто. Потом еще. Поиск. Взаимодействие с объектами. Кнопка порадовала. Потом что еще? Вышки порадовали. Ключик порадовал. Но я пока не понимаю, кто именно главный герой. В плане, кто он вообще? Зачем он пошел? Что его ведет? Чисто в него, по-моему, было. Он спит нормально ему. Эй! Дядя! Держи, проверяй. Нужны новые квесты? Квестики вроде есть. Так, очень аккуратно, записи подбирай. Читаем на паузе, потому что я не знаю, что будет. Люди всегда полагают, что самоубийца кончает с собой по какой-то одной причине. Но ведь можно покончить с собой по двум причинам. Поэтому я ныряю. Да.